А вы уверены, что правильно подобрали моторное масло для вашей машины? В нашей жизни иногда попадаются безответственные механики и иногда для увеличения своей прибыли льют дешевые масла, выдавая их за хорошие или вообще подделку. Станьте опытными в этом нешуточном деле. Прослушайте десятку самых важных советов при выборе моторного масла, и тогда вы продлите жизнь своему автомобилю. Поехали! Узнайте тип двигателя вашего авто, даже если вы не заядлый автомобилист и пользуетесь машиной, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, то наверняка слышали, что моторы бывают разные. Одни с турбиной, другие атмосферные. И это уже не говоря о бензиновых и дизельных двигателях. Важно знать даже такие характеристики мотора, как количество клапанов, наличие системы фазовращателей и тип впрыска воздушно-топливной смеси. Для каждого отдельного типа ДВС нужно использовать особый тип моторного масла. Никогда не обращайте внимания на рекламу. Помните, что рекламируется всегда либо новый продукт, либо тот, на который спрос упал. Почему спрос упал? Может, качество заметно ухудшилось? А вы хотите, чтобы на таком масле работал мотор вашей тачки? Или вы хотите на свой страх и риск попробовать no-name? Однако помните, что некоторые производители качественных моторных масел для поддержания бренда на слуху и расширения рынка сбыта используют рекламу, но чаще спонсорство. А еще многие производители моторных масел намерены скрывают тот факт, что выпускают свою продукцию на территории России. Ведь существует стереотип, что все, что производится в России, это изначально уже не очень хорошая продукция, а все, что производится уже в Германии, например, это качественно и классно. И поэтому многие обманывают своих потребителей таким образом. Такая же ситуация с продукцией известных голландских компаний. Подробнее об этом можно узнать из следующей статьи. Однако есть добросовестные компании, как Fosser. Его производство масел располагается только на территории Германии. Ознакомьтесь с типами моторных масел. Каждая модель моторного масла имеет определенную спецификацию. В ней обозначен тип масла, а также стандарты, которым оно соответствует. Эти стандарты устанавливают международные институты стандартизации, комитеты и ассоциации автомобильных конструкторов. Какое именно нужно масло двигателю вашего автомобиля, вы можете прочитать в руководстве по эксплуатации. Там будут приведены индексы стандартов. Вот для этого и нужна классификация. Она позволяет любому неопытному водителю подобрать масло, наиболее подходящее к мотору, независимо от его марки. А ведь есть еще масла для автомобилей с высоким пробегом, масло со специальными добавками, масла для очистки двигателя, дешевые моторные масла, дорогие моторные масла, синтетические смеси масел, минеральные масла, например, моторное масло Fosser Premium Plus 0W40, сделанное по новейшим технологиям из жидкого газа, имеет следующую спецификацию. Здесь указаны не только стандарты институтов, но даже стандарты отдельных автопроизводителей. А масло Fosser Drive 10W60 имеет понятную маркировку. Его рекомендует производитель суперкаров Ferrari. Есть и стандарты для моторов мотоциклов. Масло на полном эстере Fosser Race 4T5W50. Оно как раз предназначено для четырехтактных мотоциклетных двигателей высокой форсировки. Конечно же, изучите физику и химию работы моторного масла. Техрегламент обязывает регулярно производить замену масла. Вы знаете, зачем это нужно. Если говорить коротко, моторное масло служит для постоянной смазки деталей двигателя, чтобы предотвратить их повреждения вследствие высоких температур, возникающих при трении их друг от друга. Также моторное масло помогает поддерживать двигатель в чистоте, предотвращая наращивание нагаров и окалин. Без масла двигатель в конечном счете будет перегреваться или заедать, что приведет к дорогостоящему ремонту. Каждый честный производитель стремится создать формулу масла, которая бы значительно продлевала ресурс ДВС. Тогда владельцы машин всегда будут выбирать именно его. Так, например, немецкая компания Fosser смогла добиться того, что его масла абсолютно не выгорают. После регулярного использования такого масла кольца отлегают, расход топлива падает, даже анализы показывают, что масло Fosser до и после пробега не теряет свойств. Знайте регламент замены масла на моторе вашей машины. Каждый производитель устанавливает разные промежутки замены моторного масла. На это влияет множество факторов, которые не обязательно знать. Но важно соблюдать регламент, потому что любое масло, загрязняясь отходами работы двигателя и пылью из нашей атмосферы, быстро теряет необходимые свойства, и внутри мотора детали уже не получают должной смазки, вырабатываясь в износ. Если на момент замены масла по регламенту отработка слишком черная или грязная, срок до следующей замены желательно сократить. И помните, что отработка с СТО попадает обратно к производителям. Многие ее просто очищают и добавляют в новое масло. Но честные производители такого, конечно же, не делают. Нет очищенной обработки в маслах Fosser. Может быть, именно поэтому их использует компания у нас.
Не ездите долго на переработавшем срок моторном масле. Как только масло прошло положенный срок в моторе, его можно считать отработкой. Дальше ездить на этой жиже из уставшего масла, копоти и грязи опасно для ресурса двигателя. Регулярно запускайте мотор, даже если авто простаивает. Если вы долгое время не пользуетесь машиной, важно периодически запускать мотор, чтобы он поработал некоторое время, потому что за долгое время масло может стечь вниз в картер. Части, находящиеся вверху, остаются без смазки и начинают корродировать. Заказывайте промывку двигателя при замене масла. Наверняка вы слышали о промывочном масле. Его используют только на протяжении 5 или 10 минут при замене основного моторного масла. Оно предназначено для очистки системы. Так почему стоит отказываться от лишней чистки вашего мотора изнутри? Или же можно просто использовать для вашего автомобиля моторное масло Fossor? При его замене не нужно промывать двигатель, так как в нем присутствуют детергентно-дисперсирующие присадки. Опять же, получаем экономию средств, не покупая дополнительно промывочное масло. Диспергирующие присадки, которые есть в масле Fossor, предназначены для уменьшения образования углеродистых отложений на деталях двигателей внутреннего сгорания. В результате специфического действия этих присадок значительно возрастает срок службы двигателей за счет обеспечения подвижности поршневых колец и предотвращения их пригорания. Эти присадки называют также детергентами и диспергентами. Детергенты поддерживают в чистоте зоны высоких температур 200-300 градусов, удерживают во взвешенном состоянии продукты за загрязнения, обугливание, смолы, лак, попадающие из картера, нейтрализуют кислоты. Диспергенты предотвращают образование шламов и их отложение на дне картера и в масляных фильтрах, а также забивку маслопроводов. Не смешивайте масла разных типов, как раз промывка мотора позволяет избежать смешивания, если вы переходите на другой тип моторного масла. Да и просто такого делать нельзя, если вы не хотите, чтобы в процессе езды масло вспенилось или свернулось, и мотор стуканул. Подготовьте бюджет для замены масла заранее. Многие из нас в силу семейных обстоятельств откладывают замену моторного масла уже при накатанном километраже. Например, не хватает денег, а до зарплаты еще 2 недели. За этот срок можно наездить еще 2-3 тысячи километров. А это уже много для поддержания ресурса ДВС. Поэтому деньги на замену откладывайте заранее.